8 июля 2023 года, в День семьи, любви и верности, ваш брак зарегистрирован. Вы стали мужем и женой. Для Анастасии и Артема этот день стал самым важным в их жизни. Молодые люди работают дознавателями в полиции. Познакомились в учебном центре МВД России в Нижнем Новгороде. Дальше мы стали общаться, переписываться, приезжать друг к другу в гости. Вот так. И жить вместе. И жить вместе, да. В то время, когда мы поехали вместе, опять же, в учебный центр, мы вышли из автобуса в ресторан, так сказать, пообедать. И прозвучало мое имя и фамилия. И потом фраза «Это ты?». И вот тогда я почувствовал то, что это что-то родное. Что-то должно произойти у нас. Раньше Анастасия работала в Новокуйбышевске. Ради Артема специально перевелась в Самару. 8 июля, в День семьи, любви и верности, родилась их семья. В этот день только в Самаре на площади Славы свой брак зарегистрировали. Более 30 пар. Это вообще-то символично, потому что у нас в России, как нигде в мире, отмечается праздник, День семьи, любви и верности. Поэтому я считаю, что ребята решили зарегистрировать свой брачный союз именно в этот день. С чем я их и хочу потом поздравить. Я думаю, что это прекрасная дата для того, чтобы начинать свою семейную жизнь, потому что, как ни крути, наша жизнь полна символов. И когда эти символы нагружены каким-то таким дополнительным значением, они эмоционально очень хорошо запоминаются. И в молодой семье, которой впереди не избежать каких-то кризисов, вот это... нагруженность, да, что это день семьи, любви и верности, оно будет им обязательно помогать. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, именно 8 июля, в День семьи, любви и верности, в регионе стартовал проект «Здоровая семья, здоровые дети». Каждой паре вручили сертификат на диагностику репродуктивного здоровья. Безусловно, проект направлен прежде всего на повышение рождаемости. И сегодня каждой паре, которая регистрирует свой брак, будет вручаться этот сертификат. И я уверена, что это также очень хороший шаг для того, чтобы рождаемость в нашем субъекте повышалась с каждым годом. После торжественной церемонии каждая пара шла фотографироваться к памятнику Петра и Февронии Муромских, в честь которых 8 июля назвали Днем семьи, любви и верности. В этот день торжественные церемонии бракосочетания прошли на набережных Тольятти и Сызрани. Всего в этот день в регионе брак заключили 315 пар. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События.